Пятый канал представляет. Проект РЖД и Антона Ланге. Россия из окна поезда. Кавказские минеральные воды. Ставропольский край. Еще недавно названия известных местных курортов звучали как музыка для российских любителей природных источников. В 1803 году был подписан указ императора Александра I о признании государственного значения кавказских минеральных вод и необходимости их устройства. Российская знать, до этого спускавшая немалые средства на европейских курортах, потянулась на Кавказ за водолечением и сернистыми и грязевыми ваннами. Бывшие малолюдные кавказские аулы начали быстро обрастать современными променадами и отделанными карским мрамором и ракушечником источниками. Глядя на их нынешнее великолепие, трудно представить, что 200 лет назад любителям вод приходилось отдыхать под бдительным присмотром казаков во избежании эксцессов с воинственными горскими народами. К середине XIX века основные города Кисловодск и Пятигорск были включены в перечень Всемирного бальнеологического сообщества. Из крепостей и военных поселений они превратились в настоящие курорты. Главные целебные источники расположены на Минераловодской равнине на высоте от 600 до 1000 метров над уровнем моря. В конце XIX века к источникам была проложена железная дорога, и в Кавминводы началось настоящее паломничество. По разнообразию и целебным свойствам источники кавказских лечебных вод, которых насчитывается свыше 130, абсолютно уникальны. Вокруг водных курортов сложилось целое сообщество любителей вод, трогательные и старомодные традиции которого сохраняются и поныне.